Цыплята бройлеры растут очень быстро, и корма им нужно будет достаточно много, поэтому желательно заранее приготовить комбикорм и найти место, где вы будете набирать свежую зелень. Начиная с первого дня жизни, цыплятам вводят в рацион вареное яйцо и подслащенную воду. Последующие 5 дней бройлерам дают свежую зелень, крапиву, лук и клевер, а также творог и пшеницу мелкого помола. Кроме воды можно давать отвар луковой шелухи и сосновых игл, а также обрат от молока или сливок. Первую неделю после появления на свет, бройлеров кормят 8 раз в сутки. Делают влажную мешанку из несоленой каши или жмыха, и начинают вводить стартовый комбикорм. Во вторую неделю жизни число кормления уменьшается до 6 раз в сутки. Продолжают делать мешанку и начинают вводить в питание цыплят мясные и рыбные отходы, которые смешиваются с комбикормом. В третью неделю рацион бройлеров можно разнообразить вареным картофелем и влажным хлебом с ячменем. Начинается добавление битой яичной скорлупы и прокаленной ракушки. Число кормлений сокращают до 4 раз в сутки. Кстати, именно в этот период меняется и комбикорм, со стартового на подростковый. В возрасте 1 месяца цыплята кушают уже почти все, что необходимо для нормального роста и привеса. Еще через полмесяца бройлеров переводят на взрослый комбикорм.